Смотрите, первая рука здесь, вторая рука пока на плечо, смотрите, вот так, видно, как плечо. Теперь представили, что у вас в руках мячик, тут животу ухожу с линии, выдох, это упражнение для него. Мяч, руки через центральную линию. Напоминает какое-нибудь движение? Из какой-нибудь другой организации. Центр. 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 При встрече я контролирую его центр. Атака. Видно сразу, как он начинает тренировать. Атака. Я его остановлю. Вторая рука. Здесь. Теперь. Вот эта рука тоже атакует центр. Выдыхай. Если я возьму здесь, держи клетку руку. Нет труд накручивания связок. А теперь просто прокручиваю руку, как тебе удобно. Видно? Поэтому. Главное, что ему хорошо и мне хорошо. Если я буду делать вот так, ему не больно. Связка натянута, скрутка, и потом еще я должен в него. Это очень хорошее упражнение, как Огнян Демьянович говорит, прямой массаж сердца. Так, возьми. Коричневый. Так. Был вариант у нас входа такой. Опускание и под вниз. Хорошо. Вот это состояние. Вот самый страшный, это вот такой вариант. Так. Импульс более короткий. Здесь вот так вот, да, он должен держаться. Держи, давай вторую руку. Держи не локти. Раз, подними. Держи, теперь. И стой, стой, стой. Расслабь. Теперь держи, 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 держи. Вот здесь. Здесь же. Хорошо. Долго не буду показывать, потому что это сложно увидеть, но надо попробовать почувствовать. Потому что у вас импульс низкий. Это очень большой рычаг. Помни. Давайте.